он подрубает ультимейт, дерется до конца, Санкип прыгает, эпицентр идеальный, и это минус 3, но Луна все-таки погибает, рядом находится Дэнди, нужно как-то подсейвить генерала под блокинг-бар, блокинг-бар заканчивается, обрезается АТС дальше, это триплкин для него, теперь следующая цель Дэнди, Дэнди пытается отсасывать у него ХП, подходит сюда Алхимик с дабл дэмэджем, прыгает на гирокоптер, надо изменить фокус Дэнди, что он, в принципе, делает, это размен 4 в 3, ну и... единственный выживший Террор Блейд.